Известно, что предполагаемое лицо, совершившее убийство, это мужчина в возрасте от 20 до 35 лет, среднего роста около 175 сантиметров. Рисунки, которые вы видите на экране, это примерные ориентировки. Следствие просит всех, кто может располагать какими-либо сведениями о личности подозреваемого или его местонахождения, сообщить об этом в краевое следственное управление по указанному телефону или в ближайший отдел полиции по номеру 02.